me, I'm all the way up. Здоровались на английском, представляете, попросили нас не сфотографироваться, подумали, мы откуда-то с Америка. Можно? Ты уж точно ненормально, веришь, что самсара, что самсара готовит тандер. Даже есть кальяночки, как раньше. Смотрите, как они вибрируют. Они, наверное, вычислили тебя по косичкам. Подумали, что ты американка. Мои косички, косички, вертолет. И косички, вертолет. Привет, ребята и девчули. Всем привет. И это новый выпуск на канале «Любимая тачка». Сегодня погуляем по Ургенчу. Поехали. Сейчас пройдемся по базару Ургенча, покажем, какие цены, что есть и что нет у нас, да? Посмотрим цены и сравним. Да, чем что отличается. Ну, город чистый, воздух свежий, пока газа мы не чувствуем здесь. Хотя автомобилей очень много. Очень много машин, очень. 20 тысяч. Вот такая рыбка. Сазанчик, да, это? Ага. 20 тысяч. А это какая? Лапка. А? Сом. Он почем? 50. 50? Грубо 5 долларов. Ну, сначала, в принципе, так же, как и у нас в Алмалыке, идет вещевой мини-базарчик. Сейчас пойдем на продуктовые павильоны, посмотрим, какие цены там. Давайте спросим. Здравствуйте. Бананы в какую цену? 20 тысяч. Ага. А яблочки? 14, да? Ага. Ну, в принципе, почти как у нас. Почти. У нас бананы где-то 23. Ну и также вот. Вам доллар рубль тенге. Какую цену? 20 тысяч. Тоже 20. Ага. 20 тысяч. Тоже 20. Чепленая. 5 тысяч. 10 тысяч. Ага. Это синтетика. Да, да, да. Это мягонькие, такие теплые. Хорошие, это тоже хорошие. Это тонкие, тонкие. Ага, спасибо. Смотрите, какие стаканчики. Целые ведра. В какую цену семечки? 48 килограмм. 48, да? Ну, у нас также 48-50. Ага, спасибо. Вот это стаканчики. Лызгать целую кучу да, можно. Да, да, да. Здравствуйте. Какую цену? 45 тысяч. 4 доллара. 3 возьмете, один подарок. Вау, скидка, представляете? Смотрите, сегодня награда. Здравствуйте. В какую цену? 25. О, 25 тысяч. 2 доллара. Вообще бесплатно. Дамский пальчик. Курма. Курма 10 тысяч. 14. О, мяско прямо здесь. 60 тысяч. Смотри, мясо. Пока это ассортимент. Да, выбор огромный. Да, и сухофрукты. Какой цены? 3 тысячи. 2 возьмите за 5 тысяч. Вот, видали? Парочка за 5 тысяч.
Просто, ну, просто. Зелень как летом. Петрушка. Кинза. Кинза, петрушка, что хочешь есть. Фрукта. Огромный. Сейчас зима или лето, я не пойму. Нет, это зимний фрукт, это же мандаринчики. Гранат, курма. Зелени столько. Ящиками все. Коробками. Вот сколько. Помидоры давай спросим. Какую цену помидоры? 12. А эти? Эти 10. 10 хороших. Горит. Бабушка, там чуть-чуть дешевле. Там на 1000, на 2. Ой, ну ты посмотри, какая красота. В какую цену огурцы? 5 тысяч? 25. А, 25. И гермобеж. 25 тысяч. Какие молоденькие, как весенние. Сейчас посмотрим цены на шашлык. Какую цену шашлык, расскажите нам? Шашлык в какую цену? Это какой? Пиджан, фарш, фарш. 6 тысяч. 6 тысяч. Это молотый, да? Это какой, куриный? Куриный, куриный. Куриный почем? 8. 8 тысяч. Бюджетно, однако, бюджетно. Здесь вот курица и молотый. Это 10. Это курица тоже, что ли? А это говядина? Баран, баран. Баранина почем? 12. Еще ли, чем у нас? Здесь вот рыбу жарят. Я тоже жареная рыбка. Здравствуйте, какую цену рыбка? Это кто? Лагос. Пёс рыба. Ага. 5 тысяч кусочек? Или что? Цены скажите нам. Сколько? Какую цену? 60. 60 килограмм? Килограмм. Ага, всё. Сколько кусок? Сейчас смотрю. Это одинаковая рыба? Нет. Нет, разная? Это какая? Это майбаш. Ага. Это лакка. Это пёстрый. Ага. Это сазан. О. Вот какой сазан рыба? Нам известная рыба, а вот это ничего не известное. Все, спасибо. Сапса 8 тысяч, представляете? Ага, сейчас обожгёшься. Ой, там парится, жарится. Можно туда камеру, да? Посмотрите, красота. Это танды? Это танды? Ты уж точно ненормально. Веришь, что самсара растет на пальмах? Ладно, раскрою карты. Самсу готовит тандер. Печет их, да? Спасибо, Рахмат. Какую цену перчик? Вот свищ. Что это? Вот свищ. Ну-ка. 35 тысяч. Так. Такого огромного базара я еще не видела. И такого выбора. Так, здесь хлебобулочные изделия. Сколько? 8? Алла, сайки, сбоки, 8. Сяна бери. Такой богатый выбор, не пешек с ума сойти.
7000. Вот так ее складывают. Огромный базар, ребята. Огромный вообще. Какую цену? 55 тысяч. Вы такой белый орех видели? Китайский. Китайский? Да. Китайский. Опа. Килограмм. Супа. Меня зовут Мухаммад. Отлично, ютуб канал. Любимая тачка. Любимая тачка. Ребят, столько сухофруктов, орехов я в жизни не видела. Это базарище. Такая красная, да? Какую цену огурчики? 20 тысяч килограмм, да? На торта. Кто наш? Какая красота, сочная. Это тоже морковча из желтой морковки. Какую цену? 15 килограмм. Да, здесь морковчу продают килограммами. 15 тысяч. А помидорки? 25. Запах не передать. Вот это да. А здесь даже есть кальяночки, как раньше. Как раньше. Вот так вот. Такие пирамидки. Да, это их национальные блюда. Ну, здесь тазами просто, огромными вот этими баками. Шикарно. И тоже кальяночки, заметьте. Российское масло, смотрите, 95 тысяч, пятилитровка. Посмотрите, какая цена на хлеб. 2000 у нас в Алмалыке, 3. Шампанское. Посмотрите, как раньше, узбекское, 30 тысяч. $3. Тоже 30 тысяч. У нас свое есть. Ребят, к празднику все деревья обобрали фруктовые. Посмотрите. Есть такой мегамаркет. Сейчас туда зайдем и посмотрим. Это оказывается не мегамаркет, а гипермаркет. Это, наверное, таких много мегамаркетов вместе, да? Целая куча. Да. Это большой, да. Очень большой. Кто хочет на аватар, приезжайте. Бургенч. Есть даже бухгалтерия. Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions clearly.
да, в красоте. Какие они мягкие. Сколько? 700. 700 тысяч. Но мягкие, лет 10 будете ходить. Натуралка. Натуралка, да, да. Эти тоже 700 тысяч. Гляньте, как они вибрируют. С амортизатором, что ли? Нет, просто то, что натуральный. И видишь, от подошвы здесь вот резиночка тянется. Все размеры есть. Сколько они стоят? 700 тысяч. Ребят, кто сюда едет, берите побольше денег. Здесь гораздо дешевле, чем в Алмалыке. И выбор большой. Таких вещей, как у нас, нет. Сердечками. Какую цену? 150, вот такая вот булочка. Сердечками. Качество шикарное. Походу здесь мы одни беленькие. Сейчас девчонки с нами поздоровались на английском, представляете? Попросили нас с ними сфотографироваться. Подумали, мы откуда-то с Америка. Соединенные Штаты. Да, вот так вот. Здесь, в общем, все узбеки. Мы вот русские и вот одну кореяночку увидели. Все. Все. Мы иностранцы, ребята? Иностранцы, да, нам hello! Интересно, да, на русском? Хотя сколько мы ходим, здесь русских мы не видали. Мы достопримечательность для местных. На нас смотрят как это. На иностранцев? Да. Иностранцев. Интересно фотографироваться с незнакомыми? Да. Они, наверное, вычислили тебя по косичкам. Да? Подумали, что ты американка. Мои косички, косички и вертолет. Косички, словно вертолет. Ты бомба, пуля, лава, мед. Вертолет. Да, и косички, вертолет.